Активисты Одинцовского отделения «Единой России» приняли участие в мероприятии, приуроченном к Международному дню инвалида. В рамках реализации проекта «Единая страна. Доступная среда» партийцы посетили мастер-класс «Сказкотерапия», организованный на площадке театра Натальи Бондаревой. Гостями мероприятия стали ребята с ограниченными возможностями здоровья. На празднике ребята показали результаты занятий в инклюзивном театре, а артисты театра приготовили для своих маленьких гостей постановку на основе детской сказки.